Сильные заморозки после оттепели неминуемо приводят к появлению наледи на крышах многоэтажек. Порой глыбы достигают весьма внушительных размеров. Как показывает практика, ледяные сталактиты могут стать угрозой для людей и припаркованных рядом авто. Чтобы избежать ЧП, управляющая организация должна сбивать сосульки, причем регулярно. Нет, управляющая компания ежедневно обходит свой фонд, то есть осматриваем на наличие наледей сосулек. В случае, если вдруг пропустили, то есть человеческий фактор ситуации, то есть жители должны позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, сообщить о том, что есть опасность, что упадут сосульки, и мы выезжаем оперативно, самоставляем ограждение и потом уже сброс. На балансе управляющей компании «Вектор» 39 многоквартирных домов. За день бригада рабочих может объехать около 20. У каждого специалиста есть допуск на верхолазные работы. Чтобы не повредить кровлю, используют не металлический лом, а деревянную киянку. Зона ответственности управляшки – лишь общедомовое имущество, а значит, убирать наледь с козырьков лоджии граждане обязаны самостоятельно. Если проектом дома, балкон или лоджии не предусмотрено остекление и кровли, которые здесь сделаны на пятом этаже, то есть это нарушение жилищного кодекса, то есть этого делать нельзя. Уж в случае, если жители это сделали, то и сброс снега и сосулек со своей крыши, то есть они делать должны самостоятельно, либо нанимать уже самостоятельно другую организацию. К сожалению, далеко не все управляющие компании объективно оценивают потенциальную угрозу и не спешат выполнять свои обязанности. В этом случае нужно позвонить и потребовать убрать наледь как можно скорее. Если не помогает, обратиться на горячую линию администрации. Специалисты подскажут, что делать, и напомнят нерадивой управляшке об обязанностях. Если обращение поступило в установленном порядке, проводятся контрольные мероприятия, по результатам которых при выявлении нарушений выдаются предписания с указанием сроков устранения выявленных нарушений. Материалы такой проверки направляются в службу государственной жилищной инспекции для мер административного воздействия в отношении виновных лиц. После обращения наледь должны устранить в течение суток. Если управляющая организация систематически не выполняет свои функции или же не предпринимает соответствующие меры предосторожности во время сброса снега, можно напрямую обратиться в госжилинспекцию. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.